Я думаю, что самые важные тренды – это разрешение 4К. Если мы говорим об облике видеонаблюдения, то оно значительно его изменит. Также это интернет вещей, умный дом, потому что люди привыкли легко и удобно управлять всем оборудованием, которое у них есть, и они такие же задания будут ставить и к индустрии видеонаблюдения. Помимо интернета вещей, важным трендом, который, я думаю, тоже сильно изменит облик индустрии видеонаблюдения, это то, что IP-видеокамеры становятся все умнее и все мощнее. Это значит то, что уже на базе камер можно решать сложные аналитические решения, которые раньше ложились на сервер. Я думаю, что это очень сильно повлияет на будущее индустрии. Считаю, что нужно держать нос по ветру, да? Конечно же, очень важно выстраивать правильные отношения с заказчиками, с партнерами. Очень важно, особенно из-за того, что технологии очень быстро развиваются, это обучать клиентов и партнеров, учить их, рассказывать им о новых трендах, о новых технологиях. Это двигает продажи действительно вперед. На All Over IP можно в расслабленной дружеской обстановке встретиться как с старыми, так и с новыми партнерами. Это всегда приятно. Очень теплый, дружественный подход организаторов. Это очень приятно всегда. Приходи, чувствуешь, что тебе радует.